Всем доброго времени суток, ребят. Продолжаем. Квартира Ахмета. Вернулись со складов РВСН. Сгонял на... Куда я там сбегать успел? Лады. На базар. Запродал все лишнее. Сейчас нужно будет собрать... Вот это вещь. Да, все, пожарничал все, все. Я, походу. И отдать Витьку большую часть. Так. Ну, как вы помните, выгнали мы еще часть, в смысле, не бросить. Блин, можно повернуться? Да, Ахмед. Вить, подумал? Да чего тут думать? Без семейника за спиной хоть так, хоть эдак, везде вилы корячатся. Да. Да все, брат, от этого дня кушаем вместе. На вилы, ежели че, тоже вместе полезем. Ахмед, братан, благодарю за доверие. Теперь твоя семья моя, и я за нее даже тебе морду разобью. Пошли со мной. Нарягу выдам перед сном. Да, выгнали мы соседей. Витек засемеялся к нам. Вроде как все окей, все хорошо. Давайте будем его экипировать. Так, что нам нужно в плане экипировки? Ну, во-первых, скинуть лишнее отсюда. Что придется взять, так это минное вооружение. Так, ну и, наверное, вот эту штуку тоже, да, убрать. Сколько тут у нас мин получается? Раз, два, три, четыре, да? Четыре пачки по три. Ну, не сказать, чтобы много, но можно было бы и лучше как-то затарку провести. Поэтому, Витек, сделаю, не ссы. Делаем вот так. Пожадничал я, походу. Да. Я тоже. Я вообще жадничаю. В плане обеспечения безопасности лучше пожадничать. Так, оставляю все мины, всю остальную хрень вроде как нужно скинуть. Она нам больше не нужна. Так, Витек, это тебе в руки. Ничего не должно быть лишнего. Давай вот так вот гранаты мы тебе выделим. Что-то у нас РГДшки. Так, этого вполне достаточно будет. Он в любом случае у нас будет просто стоять, мониторить. Мониторить район. Сектора держать. Ну все, и надо поговорить с бабой и ждать наката. Что теперь будет? Витьку ставь на довольствие. Подо мной теперь ходить будет. И правильно. Молодец, Витька. Так и тебе с ним вдвоем сподручнее будет. И сам не пропадет в одиночку-то. Военные-то все? Не цепляются к тебе больше? Не пойдешь к ним служить? Нет, все. Что хотели, получили. Пусть теперь сами крутятся, а мне от них чем дальше, тем спокойнее. И в самом деле, о, пацаны, правильно, чихнули даже, что все так. Витек, ну, блин. Давай, друг милый, отойди куда-нибудь вообще. Ага. Не мешайся под ногами, все. Так. Сам... У коня поначалу все пошло слишком гладко. Его парни в одну ночь перестреляли ментов, подмяли Росрезерв, удачно отбивали наезды Хаслицких. Конь предлагал тогда идти жить к нему. Но слишком хорошо известно, чем такое кончается. Зимой удалось приподнять НСВ. С него хоть хрущевки режь пополам. Под эдакой дурой жить гораздо спокойнее, особенно если вокруг твоего подвала промерзший бетонный лес, где на человеческой трупачине скармливается уже не первое поколение собак-людоедов. Весной народ стал активно копаться в земле. По городу продолжали ходить патрули Коневской администрации. По двое, трое, а то и по пятеро. Любой к ним мог подойти и указать беспредельщикам. Такого солдатики сразу к стенке прислоняли, иногда даже без особого разбора. Понятно, что кончилось это как обычно. Со временем у Коневских от крови крышу посрывало. И пошла работа на свой карман. Так все и было. Работа на свой карман. Все дела. И администрация стала бандой. Алло, гараж. А ну, старшего ко мне. Здорово. Шумишь. Здоровее, видали. Спускайся давай, базар есть. Так говори, у меня от семейных особых секретов нету. Ну как знаешь. Короче, услуги охраны теперь платные, коммунизм кончился.
Ты парень не бедный, поэтому с тебя по 3 банки тушника в день. И 500 пятер в неделю. И не вздумай мне тут плакать, я точно знаю, что ты осилишь. Смотри, если тушника нет, патроном возьмем. Курил расклад. И чё, в курсе Конев про платные услуги? Ахмед, ты вроде как большой уже мальчик, не заставляй тебе простые вещи разжевывать. А то с 10 стволов махом все разъясним. Ой, это чего ж теперь будет? Цыц. Так, а ну марш на кухню. Что надо, то и будет. Ну, что думаешь, старшой? Да что тут думать. Они же согласились патроном взять. Вот патроном и отдадим. Да. Ты что, Ахмед? Ларек никогда не держал. Не знаешь, чем прогибы заканчиваются. Надо скорее Коневу. Нельзя им платить. Да не кипишись, Вить. Рассчитаемся патроном, да только гильзы при нас останутся. Ты что, старшой? Перестрелять их решил? Они ж под администрацией. Все правильно. Под администрацией, когда патрулируют и людоедов сдергивают. А вот беспредельничают они от себя. И огребутся не как администрация, а как беспредельщики, которым малость не свезло. Так, хорош трепаться. Времени на подготовку у нас в обрез. Так, времени на подготовку действительно не так, чтобы много. Ярар! Окей, давайте будем затарку проводить и начнем... Так, где мы? Начнем с вот этого угла. Не скажу, что точно знаю, откуда они бегут, но приблизительные направления помню. Вот здесь накапливается группа, вот здесь. Периодически либо вот мимо этого угла пробегают, либо вот здесь. Поэтому сейчас пока двумя минами, наверное, перекроем вот это место. Ярар. Давайте сразу минировать. Так. И вот сюда, наверное, еще одну воткнем. Отходи и сразу минируй вот таким образом. Так. От мины отгребаем и давай. Вот сюда на уголок, чтоб никто не уволок стоять. Лады. Так. Попробуем поставить. Если неудачно поставим, мы потом хрен разминируем ее. Так, стоять чуть-чуть. Чуть-чуть в бок отойти. Вот так вот. Оп. И поставить прям на угол вот сюда. Давай. Теперь отгребаем сюда и ставим, наверное, ну как-то вот так вот. Отходим. Бегом. Бегом, бегом. И вот здесь вот следующая мина будет. Так, минируем так и сразу отходим. Так, следующий кусок. Нет, не здесь, вот здесь, вот где-нибудь напрямки. Давай, давай, Ахмедзянов, все нормально. Откатываем, так. И, наверное, все-таки ускориться надо. Так. Стоять, минируем как-нибудь вот так вот. Теперь сюда. И вот так. Наверное, пойдет. Так, с кротов слезать. И бежим. Бежим в эту сторону. Пам-пам-пам-пам. Вот сюда. Тут же минируем вот таким образом. Так, дальше на подходе. Оп. Пауза. Что у нас? Что у нас? Ярар. Угол перекрываем. Так, отходим сюда, стоять. Так, смена рук. Угол перекрываем вот так. Ярар. Отходим. Стоп. Чего у нас тут?
дальше минируем, похоже, вот таким образом. Успеваем. Вот так вот. Так, давай отваливать, а? Так, стоять. Теперь вот здесь две мины на крылечке ставим. Раз. Но минута еще есть, нормально. Так. А, ставим вот. Ау. Вот таким образом успеем же. Отходим. Может быть излишнее, но лучше лишнее снять. Давай-ка вот так вот будем ставить. Лады. Вот здесь. Лады. Так, стоп. Что у нас тут? Две мины осталось, да? Ну, тогда имеет смысл подняться вот сюда и минировать вот таким образом. Ярар. Сюда отходим. Меняем руку. И минируем еще вот так. 28 секунд. Ну, нормально, как раз. Заходим. Сейчас Витек нам будет сообщать, что откуда враги идут. Отыгрываем мы, конечно же, не совсем рукопашника, скорее сапера рукопашника. Но по сути дела оно так у нас все и обстоит. 4 секунды. Я так думаю, что... Да, ага, не желаем сотрудничать, стало быть. Давно тебя надо было к ногтю, Ахмедзянов. Ну там что ж. Какая-то. Так, где? Ну, будем отмахиваться. Ай-яй-яй. Их тут несколько. Черт, надо было чуть дальше от края ставить. Так, ну Витька-то могут зашибить. Ладно, черт с ним. Уже зашибли. Ничего страшного. Блин, сил больше нет, а? Да ладно, лежи спокойно. Я что, вырубился? А вот это плохо. То есть, по сути, вот здесь чуть-чуть не дошел, и вот здесь чуть левее надо было ставить. Неудачно, крайне. Ладно, фигня. Переживем. Витек, лежи, не дергайся. Угу. Так, и вот это тоже, да, не в кассу пошла. Так, самое плохое, что вот здесь тоже не сработали мины. Ну, чё. Ладно, рукопашный бой. За что? Чё, Витька опять накидали, да? Так, откуда идет? Ух ты! А вот это удачно сработало. Троих сбрило просто на раз. Так, пятеро, да? Есть шанс, что вот этот чувак, который здесь залег, может передвинуться вперед. Но вообще надо было тогда чуть дальше делать. Ага, с этого же угла идет парень. Ну, ждем. Хорошо. Здесь все хорошо пока. Двое. Угу. Так, еще один. Ёпть, теперь они внутри. Серьезно, прям внутри? Погоди. А что-то он вроде как готовый же должен быть. Так, Ахмедзянов, подавайте-ка вы на контроль вот сюда. Что за красота? Почему красота? А, блин. Ахмедзянов на контроле повернуться. Витек!
Дела хрена. Да ладно, хрен с ним. Витек, ты там не умирай окончательно и бесповоротно. Так. Ага, вот эту он сорвал. Ту не сорвал, а вот эту сорвал. Ну, блин, странно, конечно. Так, а где шарахается? Вот он на подходе. Еще один. Трое, да? Внешка отработала. Еще бы вот эти сорвали. Одну сорвали. Что тут у нас? Так, пару минут у нас есть, ладно. Угу. Ну, вот это и вот это. Плюс еще внутри одна. Надеюсь, они не будут там зигзагообразно ходить. Я чё, вырубился? Да, Витька, вырубился. Так, стоп, а что-то не то. Вот так вот, твари, что поимели с меня? Сладка бандитская доля. На этот счет хорошая поговорка есть. Хорошо бандиту жить, да недолго. Эх, товарищ полковник, не справился ты с этой бандой. Хотя тут бы никто не справился, чё уж там. Да теперь от пулемета хоть не отходи. Кто знает, сколько еще таких халявщиков придет. Походу, видимо, последний был ранен и истек кровью. Сейчас. Это что тут у нас? Да, тут у нас много всего интересного. Сейчас нам нужно будет тогда снимать все это действо. Не зря Витька как бы поднялся. Чего? Наверное, надо сделать сохраненочку. То есть отбиться мы отбились. Дом Ахмета 0. Окей. Значит, что мы будем делать? Я сейчас еще разочек перезапишусь. Основная масса нападавших находится вот здесь перед домом. Дальние подступы не сработали, к сожалению. Хотя шли они именно с тех направлений. Удачно только вот здесь вот отработали. Ну и снимаем мины, отбираем, соответственно, пришедших в гости. И дальше там посмотрим. Сделаю паузу, после чего вернусь. Ну и вот на рынке мы практически продали все, что заработали. Что слышно, Олег Петрович? А? Что слышно, Олег Петрович? Говорят, ты каких-то солдат конюшских завалил. Они коня давно уже не слушали. Обычные бандиты. Его новые помогальники. Нигмат, Мироха. Каждое одеяло на себя норовит. Чую я кранты коню скоро. Как начиналось все. Да. Олег Петрович, отсыпь трубочного. Ну и сдадим последние две пачки сигарет. Заберем у мужика 12. 12 же. 12 пятеры. Итак, мы приподнялись на разгрузочный жилет. Немножечко туристическими рюкзаками побанчили. Ну так, чтобы было понятно. То есть можно, в принципе, приподняться на новый броник и еще на один разгрузочный. Но, ладно, будем посмотреть. Итак, что за мины у Алика, и возвращаемся домой. Так, так, так. Минное вооружение, к сожалению, ЗМ-72 и ПМН. Увы, увы, увы. Зато у нас есть... Появился здесь нож мачете, килограммовый, сразу. Опять же, не самый лучший вариант на самом деле. Ломик Фомка реально заруливает. Ладно, что, возвращаемся домой. Вроде как переговорили здесь со всеми, с кем можно было поговорить. И мы там все еще не все вытащили. Там, по-моему, стволина одна оставалась. Ладно, кинем пока ее к себе. Эта дорога ведет к дому. Пора. Так, где-то вот здесь по пути, да, одна разгрузка осталась. И обрез двустволки. Ярар. Как раз из того, что просто не утащить было никаким образом. Ну, Лады! Черт с ним, как говорится. Лады!
Забегаем, складируем все сюда. Смотрим, на чем мы приподнялись. Итак, обеспечение гранат целая куча. Единственное, не понял, почему. Почему вот эти... А, это 5 штук, да? Теперь все ясно. Ну, мин все еще вроде как нормально. 9-11 штук. Поэтому скидываем лишнее. Это патроны, пятерка. Затариваться пока лучшим не стал. Ну и, собственно, все. Похоже, где-то баба должна быть. Нужно пойти с ней переговорить. Да отбиться. Что такое? Что? Что? Ушли? А если они сейчас толпу приведут? Все, все, выдохни. Никто не ушел. Эти кончились, а новых еще не скоро бабы нарожают. Конев мне еще стакан нальет за то, что чистку рядов ему тут устроил. И, может быть, Конев и налил бы стакан, но нам нужно отбиться. И, наверное, начало нового дня будет начало новой миссии. Нам отбиться и придавить, сколько получится. Самое время вздремнуть минут 600. Пока было спокойно, торговля устаканилась. Я к деревенским дорогу провесил, у них поначалу совсем все дешево было. Подвал тогда забили себе конкретно, аж новый рядом рыть пришлось. Но хорошему недолго жить. Оно всегда быстро кончается. И наше хорошее тоже быстро кончилось. От денежной движухи администрация сгнила буквально на глазах. Солдатики как волю почуяли, так у них у каждого в голове одна мысль появилась. Почему не я главный? Почему кто-то слаще жрет и дольше спит, а не я? Ну и вот так все и произошло. Ужас, что творится. Стволов по 30 с каждой стороны. Прям тебе взять дворца мина. Да, не меньше. Конкретно парни хлещутся. Как думаешь, Ахмед, кто это на конях хвост поднял? И свои кто-то, больше некому. Да чего там, давно уже к этому все шло. Эх, Конев, Конев, говорил же я тебе, береги спину. Так, ну что, мультяечка заканчивается. Стихает. Значит, кто штурмовал уже в здании. Слышь, зачистка пошла. И на этой веселой ноте сейчас зачитаем, что там в новостях. В стране администрации самый настоящий бой стволов по 30 с каждой стороны. И патронов никто не жмет, кто-то из своих, не иначе. Другой такой силы в городе просто нет. Как закончат, надо будет по-быстрому прошвырнуться туда, посмотреть, кто теперь шишку держит. Да хабара приподнять, если получится. И на этом я, наверное, сохранюсь. Дом Ахмета пусть будет один. Ну что ж, всем всего доброго. Пока-пока.